Привет, дорогие друзья и зрители! Будем сегодня делать видео для моих подписчиков, зрителей, которые пишут мне постоянно письма, задают очень много комментариев на моих сайтах. Очень много женщин, которые ждут давно, что я отвечу на эти вопросы. Как бы я отвечала, но каждому отдельно это очень тяжело, потому что у вас все больше и больше вопросов. И очень благодарна вам то, что вы доверяете мне. И так далее, мои хорошие, спасибо вам большое, и я обещала, значит, я это сделаю. Я знаю, что это многим видео не понравится, но кому не нравится, извините, не смотрите, я должна ответить людям. Итак, что надо знать о мужчинах на сайте турков? Скажите, пожалуйста, объясните, как знакомиться, как общаться, что они говорят, чему доверять, чему не доверять и так далее. Это будет на первый вопрос, мои друзья. Так, в первую очередь хочу я вам сказать так, мои друзья, на сайте знакомств, как вас интересуют турецкие мужчины. Я очень на своем опыте давно общалась, и очень долгое время. Что я вам хочу сказать? Есть турки, мои хорошие, они очень любят общаться просто. Они могут общаться очень долго с вами, и толку никакого не будет. Просто, понимаете, есть разные люди, но, как с любой стороны мира, есть хорошие люди, и есть тоже, которые обманывают, которые, как говорится, лапшу вешает, да, но не надо расстраиваться, надо общаться, как говорится, духом не падайте, кто ищет, тот всегда найдет, или приключений себя, или что-то хорошее, но главное, не падайте духом, я думаю, что все у вас получится. Итак, мне пишет одна женщина, я сразу буду отвечать, потому что похожие комментарии и письма. Я общаюсь уже более 6 месяцев. Другая пишет мне, почти год общаемся, и мы никак не встретились. Он все время говорит, что меня любит, что хочет встретиться. Но это сразу с нескольких... Я комментарии читаю все вместе, чтобы очень большие видео не были. Что хочет встретиться, но почему-то он долго тянет. Я не знаю, это правда, женат он. Что хочет познакомить меня с своими родными и близкими. Как узнать, женат или не женат, и правду говорит или нет. Хочу в первую очередь девушки, женщины, ответить вам так. Если очень долго общается человек на сайте, это или женатый человек, или просто, понимаете, играет. Есть такие люди, что любят общаться. Он человек не может, наверное, себе позволить вас сюда взять, вас обеспечить, допустим, да, оплатить все эти билеты, дорогу, куда вас перевезти, где вас заселить. И поэтому он просто будет общаться. Я считаю, что это неправильно, мои друзья, такое долгое время. Если человек ничего не сделал, значит, перестаньте общаться. Как понимаете, надо искать себе другого мужчину, потому что, что значит, я вас познакомлю с родственниками, она мне пишет, что очень мало в камере мы общаемся, особенно вечерами, он где-то позвонит, когда ему удобно, когда я звоню, он никогда не поднимает трубку, скидывает, или даже в WhatsApp исчезают фотографии, почему-то я не могу понять. Естественно, я могу ответить, это, наверное, скорее всего, женатые люди. Потому что если вечерами он вам не отвечает, он, знаете, как они будут говорить, что мама, родственники дома, что он стесняется, что ему неудобно, это, скорее всего, женатый человек. Как проверить, женатый или нет? Я уже говорила в каких-то видео, наверное, не все это видели, что общайтесь очень мало смс-ками. Вы сразу просите номер телефона, не стесняйтесь, это ваше время. Время, как говорится, всегда это ваше время. Зачем тратить попусту его? Сразу просите номер телефона, чтобы пообщаться с человеком в камере, потому что может это оказаться совсем другой человек. На фотографиях может быть один, допустим, да, вы увидите, где он живет, в каких условиях, с кем он живет. Если не женатый человек, он с удовольствием, если, допустим, вы ему понравились, то он сразу вам даст, я думаю, номер телефона, и я думаю, что он будет с вами общаться в камере. Это не проблема в любое время суток. Если работает, это можно понять. Когда вечерами он дома, если это действительно не женатый человек, он всегда вам ответит.
Так что, мои хорошие, ну, просите номер телефона, просите в камере пообщаться, особенно где-то после 9 вечера. Если вы очень легко узнаете, это женатый человек или нет. Это вы должны знать в первую очередь, потому чтобы попусту не тратить свое время, потому что вы можете так общаться и год, и два, и три. А есть женатые мужчины, мы на эти темы будем еще общаться, я вам объясню много чего и так далее, мои друзья. Но сразу, и это самое говорю, повторяюсь, вы увидите, где он находится, с кем он живет и так далее, мои друзья. Дальше продолжаем, мои друзья. Еще, турки как относятся к нам, как к женщинам? Как одинаково, как в турецком, естественно, нет. Потому что турецким женщинам они лапшу вешать не будут. Они знают, что это бестолку, что даже если они что-то наобещают, они должны это сделать, потому что, ну, я уже говорила, и будем на эти темы говорить много. Я буду отвечать, потому что в одном видео я это не смогу. Турецкие женщины, мои друзья, их защищает закон. Они на своей территории. К нам они относятся по-другому, потому что они думают, что мы женщины очень легкого поведения, быстро доступные, нам можно лапшу вешать. Поэтому я говорю, что не сравнивайте себя с турецкими женщинами. Ну, на их стороне закон, родственники и так далее. А мы здесь приходим, иностранки, в розовых очках, мы ничего не понимаем, мои друзья, и так далее. Нам кажется, ну, знаете, пишет мне женщина, ну он же мне говорит, что любит меня, что он без меня жить не может, постоянно любви мне объясняется. Я вам отвечаю, ну, разные женщины есть в возрасте, есть в среднем возрасте. Ну как это так? Ну поймите правильно, если вы с человеком не виделись, не знать, даже если вы год переписываетесь, ну для турков говорить, я буду так откровенно говорить. Я тебя люблю, ты мне нравишься, ты красивая, на все готов. Это как привет. Для них это обычные слова. Турок может вас увидеть где-то на улице, подойти, даже бывает такое. Есть многие такие примеры, когда я ходила на базары с клиентами, с девушками. Мы делали скидки. Естественно, ты улыбаешься, чтобы получить скидки на вещи, да, и они уже просят у тебя номер телефона и сразу говорят, я тебя люблю. Впервые в жизни ты даже не увидела, какой это человек, понимаете? Ну как, даже его лицо не видишь, потому что у тебя голова занята работой. Но и так далее. Это очень легко. На это вы никогда не ведитесь, потому что я вам скажу так: турки очень-очень любят много говорить, обещать, но ничего не делать. Мы в других видео будем об этом общаться. Так, потом что еще? Куда ехать? Спросили меня многие женщины: отель или дом? Мои друзья, я посоветую вам так, подписчики, что никогда не соглашайтесь в дом, какой-то дом. Если вы едете, то, естественно, старайтесь, чтобы это был отель, чтобы адрес у вас был забронированный, куда вы едете, в какой город, и оставьте своим друзьям, оставьте это, я не знаю, каким-то знакомых, потому что если, понимаете, допустим, я приезжала, мне было легче, как бы у меня в Стамбуле была дочка с парнем своим, меня уже встречали. Но когда вы едете впервые, допустим, никого не знаете, постарайтесь адрес отеля оставить. Ни в коем случае я вам не советую ехать на дом. Еще мне пишут, что, допустим, многие пишут, что турки как бы сейчас кризис, нету денег на билеты и так далее. И многие женщины хотят за свой счет ехать. Это очень глупо. Никогда вы не соглашайтесь ехать за свой счет, за свои деньги покупать билеты и так далее. Если даже есть у вас деньги, это должен оплатить турок. Потому что это уже неправильно, если у вас первая встреча, да и вообще считаете, он вас приглашает в свою страну и за ваш счет. Это нереально, это глупо. Плюс, что я еще хочу вам сказать, даже если у вас есть деньги, то вы отложите себя на потом, мои друзья, что мало ли что-то не так пойдет, чтобы мы могли себе снять отель. Если какой-то тиран попадется, потому что, говорю, вы никогда не вычислите, кто этот человек. Вы можете, прожив много лет, и у меня очень много историй, мои друзья, я буду об этом с вами делиться. Женщин, которые прожили здесь, как
которые разведенные, которые прожили более 20 лет, это не блогеры, это просто жители наших стран, иностранки, которые живут в Турции, через что они прошли, и как бы я много чего видела, люди рассказывают, ну и я много хожу. Что я хочу вам сказать? Знаете, чтобы определить, какие турки, смотрите, я могу много чего вам рассказывать, но говорю, это будет в других видео, потому что если даже женщины-блогеры, я не хочу никого обидеть, замужняя за турком, поверьте мне, она никогда в жизни не знает, какой турок, потому что если она замужем, да вы что? Турок контролирует даже, куда ты идешь, как ты дышишь, куда ты смотришь, откуда она может знать, какой мужчина другой турецкий, допустим, да. Во-первых, турки, у них такая привычка всем говорить, что они вас очень любят, что ревнуют и так далее. Я себе даже это представить не могу, это надо быть или безбашенной женщиной, или очень сильной женщиной, или нечего терять, есть куда вернуться, которые женщины, знаете, есть такие, что... как бы, ну, ушел человек, не боится его потерять, и она может себе это позволить, где-то пообщаться, потому что это не наши страны, здесь вы не сможете общаться с турками. Ну, я могу много чего вам открыть карты, но говорю, это будет в каждом видео, постепенно я буду уже отвечать на ваши вопросы, потому что наши женщины, говорю, когда выходят замуж, а вы у них спрашиваете, живет с мужчином, я вам просто... не советую прислушиваться, потому что, говорю, ни одна женщина, которая замужем за турком, я не знаю, если возьмете 100 женщин, я думаю, ни одна женщина, она не смотрит на другого мужчину, она просто забывает, отключается, потому что турок просто-напросто контролирует настолько, знаете, когда многие женщины говорят, мне это нравится, мне тоже отвечали на вопросы, я задавала, что мне это нравится, потому что он меня ревнует, значит, очень любит. Это вы очень-очень ошибаетесь. Я вам говорю, если человек любит, он доверяет и так далее. И поэтому я говорю, я буду вам отвечать на эти вопросы, знаете, истории буду вам рассказывать, друзей. Да много расскажу вам о мужчинах, о женщинах. Мы будем говорить, но говорю, вы должны, в первую очередь, что вы должны знать о турках. Ни в коем случае долго не общаться на сайте, раз. Если вы будете более полгода, год, это неизвестно какой человек. Он может с вами общаться вечность, и толку никакого не будет. Ни, второе, не ведитесь на то, что человек говорит, что вас очень любит. Этот человек, я говорю, им очень легко говорить, что я вас люблю, вы мне нравитесь и так далее, ну, потому что это, они привыкли так. Во-вторых, я повторяюсь, очень много женатых мужчин сидят на сайтах, им просто нравится общаться с женщинами, им этого не хватает, своих женщин, они общаются постоянно и тоже будут вам лапшу вешать, это женатые мужчины. В-третьих, вы постарайтесь ни в коем случае не ехать ни в какой дом. Если вы едете, говорю, отель, оставляйте адрес своим близким, знакомым, друзьям, потому что, ну, сейчас мир тяжелый, тем более, может, раньше это было легче, но сейчас более мужчины, знаете, привыкли, что наших очень много женщин во всей Турции, и очень, как они, знаете, говорят, что мы все легко доступны. Вот, допустим, я когда общаюсь с людьми, даже бывает на улице, где-то с турками, да, я говорю, что вы себе позволяете, там, ну, на «ты», да, с девочками. Они говорят, а что, ваши женщины здесь на все согласны, лишь бы в Турции жить, ради еды, ради... Турции. Ну, естественно, Турция очень красивая страна, теплая страна, море. Мы все, это всем нам нравится, но, во-первых, когда вам турки говорят, что какой красивый Стамбул, потому что я живу в Стамбуле, да, это не его Стамбул, и может он в таких условиях жить, что вам даже и не снилось, допустим, что у него ничего за душой нету, но как бы они прикрываются всегда красотой Турции, красивым городом, но вы тоже на это не ведитесь. И ни в коем случае, в-четвертых, не едьте, мои друзья, за свой счет. Это очень большая ошибка. Если, говорю, настоящий турок, хороший человек, он должен, он даже вас спрашивать не будет, он будет вам предлагать оплатить вам поездку, отель и так далее, даже если это первое знакомство, мои друзья.
Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Вы пишите мне комментарии. Я буду, чтобы большие видео не получались, я буду в каждом видео вам собирать вот такие вопросы. У меня очень много про турецких мужчин. Я вам расскажу про семьи, про турецких женщин, про наших женщин, как к нам относятся. Очень много вопросов есть, я буду отвечать в следующих видео и наводить примеры на истории наших женщин, девушек, которые даже имеют свое гражданство, взрослые, пожилые женщины в среднем возрасте и молоденькие. Моя дочка здесь живет, у нее очень много подруг, что мои друзья с России, с Украины, с Молдовии очень много знакомых. Они здесь живут более 8-10 лет. И девочки работают, они вам, ну, они настолько истории рассказывают, что, ну, как бы, мне это легко дается, мне не надо это говорить, ну, я человек, что я хорошо разбираюсь в людях, но я буду делиться с этим с вами, мои друзья. Я надеюсь, что я ответила моим подписчикам, зрителям. Я говорю, повторяюсь, кому не нравится, не смотрите. Вы можете задавать любые комментарии, вы можете высказывать свое мнение в пределах разумного. Если вы будете хамить, вульгарно писать, называть плохими словами меня или кого-то из людей, я буду блокировать. Вы можете, что хотите. У каждого человека есть свое мнение, понимаете, потому что многие мне пишут комментарии гадости, вы их не видите, я их много очень удаляю, что у нас нет лучших мужчин и так далее. Короче, что я это отвечаю на вопросы, мои друзья, много людей задают эти вопросы, я отвечаю на своим зрителям, подписчицам, потому что эти комментарии очень долго задаются постоянно и на моих сайтах, и поэтому у меня очень много вопросов, и я их на них буду отвечать. Вам не нравится, повторяюсь, не смотрите, выключайте видео, идите на каналы, которые вам нравятся. Так что будем делиться с вами в других видео с историями, задавайте вопросы, я буду сейчас стараться вам отвечать. До скорой встречи, пока!